В Хунзакском районе прошли мероприятия в рамках республиканского проекта «Как живешь, сосед?». Участников ждали спортивные соревнования, культурная программа и прогулка по живописным местам района. Помимо этого состоялся круглый стол на тему «Сосед соседу опора», участники которого обсудили проблемы района, вопросы противодействия терроризму и экстремизму, активность местных общественных организаций. Организаторы Миннации Республики отмечают, что такие праздники служат укреплению отношений между народами республики и развитию культурного обмена.